Добрый день! Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом очень оригинальной вкусной закуски. Называется «Яйца по-японски». Почему это блюдо так назвали, я не знаю, но рекомендую приготовить. Вначале сварим яйца вкрутую. Лук-шалот шинкуем кольцами, либо натираем на терке. Лук перекладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Добавляем соль, сахар и уксус. Вода должна быть кисло-сладкой. Кастрюлю ставим на огонь и нагреваем, но не доводим до кипения. Лук стал мягким. Сливаем воду и даем ему полностью остыть. Остывший лук добавляем перец и майонез. На блюдо укладываем слоями лук, далее кусочки селедки, на каждый кусочек селедки выкладываем по половинке яйца. И в завершении каждое яйцо декорируем майонезом и укропом. Ну вот, наша закуска готова. Поверьте, никто из ваших гостей не догадается, что в основу этой закуски входит лук. Приятного аппетита!